Всем привет, друзья, с вами Симба, и мы продолжаем играть в игрушку The Beast Inside. Остановились мы на 8 главе. Вот. Я наконец-то добрался до шахты, но что-то спустилось в нее со мной, что-то нечеловеческое, но я, кажется, оторвался от него по пути. Нужно забыть об этом, мне ведь говорили, что нельзя тратить время на иллюзии. Отец, детектив, шахта, надеюсь, я найду здесь хоть какие-то ответы. Впасть тьмы. Так, ну мы оказались, я так понял, что уже в воспоминаниях по книжке, которую он читает, ну ежедневник. Так, это наша карта, походу. Три уровня. Три уровня. Я вижу. Мы, наверное, где единичка, да? Римская. И нам надо пройти, наверное, налево сразу. Потом 2, 3, 4, 5. И 6. Я не знаю, что это. Блядь, здесь не видно ни хера. Блядь. Включим наш фонарик. И мы сразу не можем пройти. Так, ладно, нам нужно керосинчик подбавить. Так, трупешник. Записка пропавшего без вести человека. Шахта отца стала кладбищем для многих. Это просто ужасно. Если я не хочу закончить так, как они, то должен помнить про подсказки и записок Гилмана и следовать за зеленым светом. Иначе я никогда сюда не выберусь. Это, кстати, интересно. Так. Он солгал мне, этот старый ублюдок обманул меня. Он продал мне карту, сказав, что она приведет меня к спрятанному в этой шахте золоту. Когда я спросил его, почему старик сам не спустился за ним, он ответил, что слишком старый и плохо видит. И что я сделал? Вместо того, чтобы посмеяться над старым козлом, заплатил ему, спустился на самое дно шахты. И да, я нашел золото. Только это было золото дураков. Пирит, который даже ребенок отличит от настоящего золота. Моя жадность завела меня сюда, и теперь я не могу найти дорогу назад. Сколько дней я блуждаю здесь, черт, может уже несколько недель? Слава богу, что тут водятся крысы, иначе бы я уже умер с голоду. Мне приходится утолять жажду грязной водой, а когда и она закончится, останется только пить собственную мочу. Я нашел заметки некого Гилмана, описывающую, как выбраться отсюда. Если бы я не перепугался так сильно, был бы уже в безопасности. Я все делал правильно, но когда услышал этот нечеловеческий крик, побежал, пока не выбился из сил. И теперь мне не вернуться обратно. Если я умру здесь, то помните, кто бы вы ни были, записки и детективы выведут от вас. Свет — это ключ. Зеленый свет, который я видел в некоторых туннелях. А для меня надежды больше нет, я так устал. Блять, зеленый цвет какой-то. Вот, единица. Римские цифры, что они могут значить? В результате взрыва погибли три шахтера и партнер Хайда Джордж Уайтхед, которому принадлежала половина акций шахт и гостиницы. Заставляет задуматься. Один из постояльцев, который мог бы непосредственным свидетелем происшествия быть, пропал без вести через несколько дней после аварии. И он был не единственным, кто исчез при странных обстоятельствах. Это все очень подозрительно, а следователи, похоже, не очень-то торопятся докопаться до сути. Я с радостью им помогу, но, конечно, не бесплатно. Так. Ну что у нас здесь? Цифра 4. Спички. Как я уже рассказал, мы находимся где? Римская 1. Может быть, налево сразу пойти? Вообще, нам написано было идти за зеленым светом.
4. Блять, что-то мне это не нравится. Ух ты ж, бля. Вот этот перит. Везде горят свечки. Фрагмент письма Марии. Тайна Хайдов. Что эта женщина имела в виду? Уважаемый господин, я видел ваше объявление о поисках пропавшего Джона Нортона. Может быть, я и простая крестьянка, но богом клянусь, знаю, кто в ответе за его исчезновение и за взрыв на шахте, в котором погиб мой муж. Я рассказал все шерифу, но он только посмеялся и сказал, что я спятил от горя. Я расскажу вам все, но только лично в моем доме, потому что это единственное место, где мне спокойно. Когда вы узнаете тайну Хайдов, все переменится. Они хорошо все скрывают. Но я сама видела. Я видел, что вылезал по ночам из чего, блядь? А? Хорошо. Что здесь у нас еще есть? Масленочки. Спички. У меня спичек пиздец сколько. 100 штук нахер. Можно здесь пожар небольшой устроить. Двоечка, да? Пойдем за двоечкой. Двойка, тройка. Так, здесь что? Чего, блядь? Чего, ёбаный? 6? А куда мне надо попасть? Так. Ладно. Это шестерка, да? Так, мы уже правильно идем. Зеленый свет. Ну, или сюда, или сюда. Пойдемте сюда. Так. Еще спички. О. Ну, на самом деле, в избытке у меня этих масленок теперь. Так. Цифра 4. Цифра 4. I'm running in circles, damn it! I need a clue. Maybe someone's written one down somewhere. Вон, зеленый свет. Это минус один. Еще на первом этаже. Это цифра 6. Это цифра 6. Так, ну я же шел сюда, да?
Да. Значит, мне не сюда, мне, наверное, сюда. Так, нету записок больше никаких. 5, 4, 5. Я сюда повернул, да? Может быть, сюда пойдем? Так, ну добавим немножко керосинчику. Блин. Сколько мне вот так ходить придется, а, здесь? Ха. Пожалуйста, блядь. Пришли туда же. Вот здесь я вообще еще не был. Да, мне надо записку еще найти одну. Что это? Все, походу, я все спички собрал здесь, на локации. Зеленый свет. Вот он. Куда мне идти, сюда? Так, ну это опять туда же я пришел. Так. Пойдем сюда. I won't ever get out like this. I must find some clues. Dang, people worked here, and I don't think they got lost all the time. Так. Какие-то подсказки, блин, а где я их найду? Вроде все осмотрел. Давай на четверочку зайдем. Да. Зеленый свет. Иди за зеленым светом. Иду. Еще зеленый свет. Дальше куда? Вот сюда. Правильно? Там есть зеленый свет. На троечку тогда. Сюда. Зеленый свет нету, да? На четверку тогда. Опять пришли. Минус один. Ну хер его знает. Это 6. Ну, тогда сюда. Вышли. Из двойки. Опять сюда. На тройку он у меня посылал. Блин. Ну, давай сюда. Сколько мы будем ходить, я хер его знает. Походу у меня тоже все закончится. Оп. Нашел. Ну, давай на двойку.
Это типа стрелка или что? Туда идти? Да нет, ни хера не сюда. А, вот зеленый этот. И? Light is green again. A little bit of effort. Так. I can get out of this damn mine. Значит, я правильно сейчас сделал. А куда дальше? Куда меньше идти, по стрелке или нет? Или куда больше? Свеча здесь меньше, здесь средняя, здесь большая. Это получается стрелку туда? Это по-любому какая-то подсказочка такая, мини. Дальше. Дальше. Значит, не туда. Может, обратно? Фу, сколько мне ходить? Сколько мне ходить? Так. Может быть, сюда надо было повернуть? Направо, налево. Давай сюда. Сука. I'm running in circles, damn it. I need a clue. Да записку я нашел уже, дурачок. Вот так, 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 так. Это не то. Давай еще раз почитаем. Так, 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 так. Так, так, сколько дней я блуждаю здесь. Я нашел заметки некого Гилмана. Пишешь, как выбраться отсюда. Я все сделал правильно, когда услышал, что через скип побежал, пока не выбился из сил. А где еще написано? Заметки, блядь, старого Гилмана, блядь. И... Так. Как выйти отсюда? Да непонятно ни хера. Походу эти свечки ничего не значат. Вот они в три штуки стоят. Вообще похер. Ну. Только сюда могу повернуть. Опа, блядь. Здравствуйте. Второй уровень, блядь. Пришел. Открывайся нахер. И это что еще за нахуй? Постарайтесь не попадаться на глаза духу. Вы будете продвигаться тише, если пригнетесь.
Если дух все-таки заметит вас, убегайте и прячьтесь. Фу, нажмите пропел. Заебись, блядь. I should look at the map for some hints. Maybe it will tell me where Gilman left the other notes. Знак вопроса. Я нахожусь здесь. Нахожусь. Это у нас что, 9, да? 9. Вот 10. То есть мне надо... как-нибудь пробраться сюда. Там знак вопроса. Да пошел ты нахер! Пошел ты нахуй. Тоже мне, блядь. Сука. Иди ты нахуй! Ёбаное говно, бля. Хер ли ты здесь забыл? Все, съебался. Так, сейчас, сейчас, погоди. Ага, все, давай читать. Страница из Библии. Тихо. Так, страница из Библии. Погнали. От Луки 12. 2.2.3. Нет ничего скрытного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышите во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. 12.2.3. I should look at the map for some hints. Блять. Сука, он сюда идет. Так, взять. Тихо. The explosion was accidental. After all, the mine brought in more income than the inn, which often remained empty. However, the detective didn't have hard evidence, only circumstantial. Блять, он все ходит за мной, блин. Он постоянно здесь ходит, да? Тихо, 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 тихо. Уёбок, блять. Мне карта нужна. Эта карта слишком близко к нему. Вон там. Давай. Ай, блядь, мне сначала нужно почитать. Так. Тихо. Удалось остановить. Чего, блядь? Так.
Удалось установить, что за несколько месяцев до аварии произошел конфликт между стариком Хайдом и Уайтхейдом. У них обоих была не лучшая репутация. Хайд был известен своей тяжелой рукой, как-то он вышвырнул недовольного постояльца прямо на улицу, не говоря уже о том, что неоднократно убил своего сына Николаса, частенько на глазах у посторонних. Уайтхед тоже был вспыльчив и легко вступал в конфликт. Есть свидетельства того, что он угрожал шахтерам, обвинял их в нежелании работать. Кроме того, бывший друг Уайтхеда утверждает, что он вступил в сговор с судьей, чтобы прибрать к рукам и гостиницу, и шахту, и даже пытался использовать для этого сына своего партнера, молодого Николаса. Так, у нас здесь написано 9, 7, 8. Потом нам надо попасть в 7, и потом в 8. Значит, 9 это у нас... 9, блядь. Это 8. 9, вот. Все, погнали. Да, это 9. 8 и 7. Так, не шумим. Не привлекаем внимания. Так. Дверь еще можно закрыть здесь. Опять, блядь, знак вопроса. Или он здесь и был? Ебать! Хера себе, блядь. Где 7? 7-7-7. Там вдалеке. Так. Сейчас он пройдет. Так, десятка. Блядь, подожди. Десятка справа, значит, я стою. Вот так. Вот так я стою, да? А мне нужно налево. Семерка здесь. Тихо, 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 тихо. Тихо, братан. Не шуми. Да. Потом восьмерка. Так, теперь восьмерка нам нужна. Тихо. Восьмерка. Опять сюда? Вроде все правильно. Если я так понял. Походу, ни хера не так. Мне опять надо в центр, что ли, попасть? Блять. 9. 2, 3. Страница из Библии. 12, 2, 3. 12. А у нас вообще здесь есть 12? Икс. 12. Погоди. Я не так прошел, что ли? Восемь, все правильно. Двенадцать это, блядь, я должен выйти к тройке. То есть я должен сейчас что-то на середину выйти? Короче, блядь, я уже запутался сам. Вроде правильно все сделал. Пошел ты нахер, блядь. Ходишь тут, блядь. О! Соси хер! Тихо, 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 тихо.
Ух! Сучара, блять, а? Я точно здесь все взял? У меня опять знак вопроса пишет, блять. И? Может, как-то наверх можно забраться? Не просто же так, он постоянно вот здесь. Опа. Так, смотрим еще раз. 12, 7, 8. Подожди, какой 12? 9, 7, 8. Со второго на третий я должен перебраться в уровень, да? И 12. Почему 12? Так, страница из Библии. Где у нас еще страница из Библии? 8, 17. 8, 17. А у меня есть вообще 17 здесь? Ай, 8. Так, значит, у меня 9, 7 и 8. Хорошо, давай попробуем еще раз. И это 9. Семь. Семь сюда. Семь. А восемь? Вот это восемь. Значит, обратно надо вернуться, но это только так. А почему, блядь, первый раз это не получилось? Я не понял, блядь. Я же, сука, все правильно просчитал, блядь. Открывайся давай. Уёбок, блядь. Дайте последнюю записку. Так, последнюю записку. Ну, мы, короче, сейчас по фасту, наверное, пробежимся, я думаю. Так. Ух ты, петля, блядь, висит. Здесь он? Питер, блядь. Да, он туда заходит. Но он туда не идет. В смысле? Ау! Их двое, что ли, здесь, блядь? Блядь, их тут двое? Питерасы, блядь. Ладно. Блядь. Иди нахуй. Идите нахуй. Так, короче, этот гандоний глаз, блядь, сюда доходит. А мне с той стороны, блядь, как пробраться?
Иди ты нахер, блядь! Так. Здесь ничего. Давай, 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 давай. Так. Сейчас. Так, вроде не видит, отлично. Смотрим. Вторая заметка о несчастном случае. Пятница, 25 октября 1850 года. Четыре человека погибли во время взрыва на шахте. Появились новые факты, связанные с происшествием, о котором сообщалось в предыдущем выпуске нашей газеты. Жертвами взрыва на шахте Каролайн Блэкстон Нью-Гэмпшир оказались только три шахтера, упомянутые в предыдущем номере, но и совладелец предприятия Джордж Уайтхед. Джейкоб Хайт, совладелец, отказался говорить журналистам. Он выступил с кратким заявлением, в котором выразил соболезнования семьям погибших. Четвертая записка детектива. Мария, вдова одного из шахтеров, написала письмо. Она утверждает, что знает тайну семьи Хайдов и готова все рассказать. Предполагает, что это может серьезно направлять на ход дела. По крайней мере, так считает она. В течение многих лет эта женщина пыталась привлечь внимание шерифа и чиновников, но они игнорировали ее, заявляя, что та сошла с ума от горя. Сегодня я встречаюсь с ней лично. Надеюсь, эта история позволит мне выдвинуть серьезное обвинение Джейкобу Хайду. Этот мерзавец должен гнить в тюрьме. Чутье подсказывает мне, что дело попадает в заголовки газет. Измученная вдова, продажный шериф, жадный владелец шахты, который решается на преступление. Я ждал такой возможности всю свою жизнь. Ну что, у нас получается 17, 13, 14. Сука, блять, он здесь постоянно ходит. 17. Это у нас по прямой. 14 у нас блять, в жопе. Так, ладно. Сука. Так, подожди. 17, да? 17, 13, 14. Где? Где? Блять, меню нужен. Дальше бежим. Это что? Это X? Это 13? Это... это не 13, нихера. Так, а мне надо... Мне надо туда, что ли? Блять, сука. 13 нашел. 13 мне не нужно. 13 это здесь. Мне нужно 17. Опапочки. Блять, сука, иди нахер. Это что? Это 16. 16 и карту мне, пожалуйста, дайте. X. Вот 17. Отлично. 13. Ага. Да, их двое здесь, педиков, блядь. 13, мне нужно проскочить. Мне нужно проскочить, блядь. 13, отлично. Есть. Еще одна шахта. И, блядь. 14. А 14 у нас... Блять, в самой жопе. В самой жопе, блять.
Мы можем обижать эту хуйню? Это что? Это 14. Должен выйти. Должен выйти. Да. Я вышел. Ух. Да, детка, блядь. Есть! Это было несложно, но, сука, долго. Согласен. Так, а вот здесь камушек теперь стоит. Это хорошо. Еее. Здравствуйте, блядь. А это что за нахер? Возьмись. Посмотреть. Браслет с гравировкой. Она не жертва несчастного случая. Кто-то должен был... Кто-то должно быть убил ее и позже спрятал вот здесь тело. Читать. Мэдалин Лендрикс. Мэдалин Лендрикс. Закончить осмотр. Such a small skeleton, it must have been a woman. Стрела, застрявшая между шейными позвонками, похожа на безжалостную казнь. Стрела прошла через позвоночник. Хераси, какая стрела, блин. Вот, а записочку я там не прочитал возле трупа. Жаль. Жаль, жаль, жаль. Так, здесь мне делать нехер. Надо выбираться потихонечку. И? Что-то я сделал. Так, внизу закрыто, да? Естественно. Опа. Ты чё не крутишься? Что мне надо сделать? Рычаг теперь повернуть? Блять, я не понял. Ну, теперь ты заработай. Какого хера, блядь, ты не двигаешься? О. Понятненько. Понятненько. Все, я понял. Я не сразу впердел, блядь. Чё, кого? Вот оно, что нужно сделать было нам. Вот что. Так. Блядь. Неужели все так тяжело, да? Блять, когда вагонетка стоит на этом, я не могу было сдвинуть стрелку никуда. Сейчас пустим ее, она должна пробить нам проход. Чё такое, блять? А чё такой звук-то, блять, громкий был? Нахер отсюда валим. Где я, бля? Чё это за херня там, бля? Кто это?
Нихуя себе. Его вмонтировали, блядь, в скалу. Да ладно. Ублюдок. Хера себе, блядь. Одолеть Гилмана? Гилмана? А как, блядь? Ёбаный. Так, мне надо бежать отсюда нахер. Закрывай, закрывай. Так, дальше куда? О, здравствуйте. Ёбануться. Ух, ух. Ебашь. Ну, вы, конечно, и педики, блядь. Так, 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 так. Давай. Охуели, что ли? Гондоны. Ебать! Ух. Давай, 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 давай. А чем мне его одолеть-то нужно? У меня кроме, блядь, этой херни ничего больше нету. Я понял. Замораживающая волна. Прячется листами металл, чтобы покрыться ото льда. Все? The heart is his weakness. If I can hit him there, all be over. Сюда обратно. Тихо, 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 тихо. Ты педик, блядь. Сейчас я до тебя доберусь. Сейчас я до тебя доберусь, блядь. Да нахуй. Иди сюда, блядь. Что-то не получилось, да? Опять этот цилиндр нам помог. Кто это, мать его, возьми такой? Что здесь вообще происходит, блин? А ты не хочешь съебаться оттуда, а, молодой человек? Пиздец, блядь. Сердечко вытащил? Замерзшая, да? Валим!
Бррр, Миш, самому холодно стало. Жесть. Ладно, друзья. Хорошее видео получилось. Увидимся на следующем. Пока.